Заседание общественной палаты Ленинского района началось с торжественной части. Председатель Григорий Авдеев вместе с заместителем главы администрации муниципалитета Александром Усковым вручили членам организации благодарности от общественной палаты Московской области и России за помощь в проведении президентских выборов. Аплодисментов в этот день удостоилась и Елена Клюкина, новый эксперт-консультант общественной палаты. Имея большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, она уже не первый месяц помогает членам организации компетентно разбираться в вопросах ЖКХ. Теперь Елена имеет официальный статус. Я живу вопросами ЖКХ, поскольку я еще заместитель генерального директора управляющей компании, член ассоциации председателей многоквартирных домов. Каждый понедельник здесь бываю на штабе и живу этими проблемами. И мне хочется этими знаниями делиться, чтобы у людей был позитив, не было негатива, который, как правило, последнее время связывают с ЖКХ. Продолжилось очередное заседание выступлением Александра Ускова, который рассказал членам общественной палаты о некоторых важных темах, о раздельном сборе отходов и о новых принципах работы регионального оператора по вывозу мусора. С 1 января 2019 года в Московской области начинает функционировать абсолютно новая система сбора и вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов и так называемого сегодня в новом понятии строительных отходов. И абсолютно все юридические и физические лица на территории Ленинского района должны будут заключить договора с региональным оператором. В частности, большая работа предстоит по решению вопроса с водонапорной башней на улице Заводской, которая в настоящее время находится в частных руках. Здание обветшало, оно представляет опасность для прохожих. В любой момент может обрушиться. Члены общественной палаты намерены спасти историческую ценность и не допустить несчастных случаев. Нами написано со стороны общественной палаты письмо в прокуратуру, где описаны все проблемы. Проблема переадресована в том числе в Госадмтехнадзор. Об этой проблеме знают практически все, и мы хотим ее с помощью трансляции высветить ее в социальной плоскости, чтобы мы коллективно начали ее сдвигать. Работа лидеров общественного мнения не останавливается ни на минуту. Отслеживать их деятельность можно в официальных социальных сетях, во ВКонтакте, Инстаграме и Фейсбуке. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Лена Кошелева, Видное ТВ.